Некоторые думают, что «Лада Калина» — это машина. Ничего подобного! Команда КВН «Сердце Сибири» — вот эта машина! Эй, не скоро бой, играй пока молодой, столица сердца встречай, давай, и будет все хорошо! Оп-оп, ты улыбайся еще! Оп-оп, пусть бьется в сердце мотив! На сцене для вас Новосиб, 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 привет! Ну что же, здравствуйте, и давайте для начала разогреемся блоком молодежного юмора. Друзья, во время кризиса люди за пол зарплаты работают в полсилы. Итак, аэропорт, спецконтроль. Стойте! Что у вас? Ручная кладь. Дайте посмотрю. Дайте посмотрю. Ай, проходите следующий. Дайте посмотрю. Что у вас? 2009 год, год молодежи, а молодежь у нас тусуется в клубах. Итак, любой конкурс в любом новосибирском ночном клубе. Ну что ж, у нас очередной конкурс, для которого нам необходимо 3 девушки из зала. Вот ты, красавица, уже участвуешь в нашем конкурсе, и еще 2. Что она делает? Вы посмотрите на нее. Представьтесь, я Натали. Что мне нужно делать? Уже ничего, вы выиграли, посмотрите. Ну что ж, а теперь о наболевшем. Весна, пора призыва в армию. В военкомате. Здравствуйте. Вы знаете, я не хочу служить в армии. Так в чем проблема? Не служите? В смысле, как так? Ну так, кто не хочет служить в армии, тот не служит. Вчера такой закон приняли. Серьезно, серьезно? Что ли? Вот раньше что в приписных писали? Негоден? Теперь не хочет. Серьезно? Серьезно? А ну-ка сейчас. Алло, Колян! Колян! Колян, хочешь в армии служить? Хочет служить? Не, не хочет. Пускай не служит. Не служи, Колян! Не служи, Колян! Как фамилию Колян? Мирошник. Мирошник. Да. Не хочет, не хочет, все, отдам ему. Ну что, могу идти? Можете идти. Ну все, до свидания. До свидания. Тут закрыто? Ага. Ага. На себя. Представьте, мастер спорта по спортивной ходьбе совершил кражу, и его преследует милиция. Ну давай, давай, нормальное время показываешь, давай, давай. Финиша! Давайте посмотрим, как все мы с вами сдаем кровь из пальца. Здравствуйте, я пришел сдать кровь из пальца. Давайте правую. Синие шортики, прижмитесь к обочине. Синие шортики, вы превышаете, да? Представьте, провинциальная станция технического обслуживания. Вот вам ключи от моего новенького. Если хоть один волосок упадет с него, я увезу вас в лес и закопаю. И выкопаю. Закопаю, выкопаю. Закопаю, выкопаю. Застрелю и закопаю. И выкопаю. Ты хоть знаешь, сколько она стоит? Я таких цифр вообще в школе не проходил. Ну давай попробуем, неси домкрат. Подожди, можешь поцарапать, давай руку подставлю. Неси шелк. Зачем? Надо болт свинтить. Хорошо. Отнеси его в чистую комнату. Царапина! За мной. Подожди. То есть из-за какой-то царапины ты возьмешь нас просто так и закопаешь, да? И ничего тебе за это не будет. Ведь ты очень богатый. А мы работаем здесь всю жизнь и получаем зарплату в 5000 в месяц. Да что мы за страна-то такая, а? Вечно надеемся на всякие слои. И такие, как вы,
никогда не замечает таких, как мы. Мужики, а вы правы. Извините меня. За мной! А что-то в этом есть! Зацепило! Зацепило! Друзья, все мы с вами в школе ходили с классом в театр на оперу. Традиция сохранилась и по сей день. Иванова! А? Через плечо. Маркунов! Ой, извини! Маркунов, это театр, прекрати! Нет, это театр прекрати в конце. Иванова! Иванова! Иванова, Иванова! Маркунов, перестань, это театр, что ты делаешь? Иванова! Маркунов, тихо, ты перестань, ты что делаешь, театр? Да, что ты такая психическая-то? Маргунов! Придурок, ты что делаешь, театр? Да все, все. Ты прям психодел. Иванова, чё? А кто на сцене? Сердце Сибири. Красавчик. Да. Друзья, перед вами 8 здоровых сибирских парней. Кстати, а где Юра? Так он же заболел птичьим гриппом. Чё, опять что? Ой. Юр, тебе ж постельный режим прописали. Давай. Проводи его, да. Чё он лишь заболеет? Выгоните его из команды. А чё ты орёшь постоянно на всех, а? О, Махач, Махач! Махач! Чё ты? О-о-о! Держи самый неожиданный удар в мире. Идиот! Так, тихо-тихо, стоп! У нас правило! Лежачего не бьют! Понял, да, лежачего не бьют! Иди сюда, я тебе сказал! Идиот. Чё валяешься у ног моих, а? Хаваешь землю, матушку! Ой, иди сюда! Сюда! Да, тихо-тихо, успокоились! Тихо-тихо! Не надо драться. Почему? Потому что мы добрая команда. Нормально все? Нормально все. Друзья, вы действительно думаете, что мы такие сибирские парни можем позволить себе перед 1500-тысячным залом драться, валяться на полу? Вы знаете, если честно, да. Мы порой сами не знаем, чего от себя ожидать. Да что ж за день сегодня-то? Ну как таких дурачков можно не любить? Премьер-лига, 1/4 финала, все еще впереди, поэтому увидимся!